Так что у нас здесь перекрытая трасса. Моя вправо. Шоссе пустует. Полиция в Тиньке. Ребята, тут такие тумблеры, такие штекеры, такие есть. Надо вам. Да, провезите наши пункты вам делать. Мало у нас, что у вас уже есть. Вам надо подарить футболку, испытание совести, ничего лишнего. У меня есть, но принести я себе такой цепляю. Я себе цепляю, девчонки. А их, я не знаю, что вам надо. Сейчас поедем, а можно... От ви представте, людина державного рівня приїжджає, каже, я готов конструктивно розмову. Я не знаю даних, я зараз наведу, прочитаю. Ти должен знати їх з 12-го року. Я приїхав, нічого не знаю. Ну так. Вы не поняли, я задаю вопрос, 600 тысяч было, сейчас есть. Возьмем вас, стародалинские уважаемые, хотят пойти повторить показания счетчиков. Сейчас нельзя, через 2 часа приходите можно. Правильно я говорю, кто там был?
Подойдите, пожалуйста, к Ярославу. Я приехал. Я Есть разбежность. Вас кого-то интересовало? 600 тысяч и 3 миллиона. Пускай 600 тысяч и 3 миллиона. Сентябрь месяц, захват правого сектора. И по сегодня увеличилось на 2,4 миллиона задолженность. Вопрос, какие краны крутят? У вас же есть головы ЖСК. Я спрашиваю, они ведут учет или нет? Есть представители клиентов. Вызвали лицо, которое есть уже там поживачи. Это я. Выступ поживачи. Вы за меня подписали договор поручительства. Это сами Вичкова. У вас нет, который собирает показать. Вы сами пошли сегодня сколько? 10. Ты что, тоже там живешь? Нет. Я там живу. Я просто смотрю, блин, с самого утра машины не ездят. Думаю, что-то случилось. Все по счетчику снимаем показания. Да, у нас не отключили? Запоры автобус нас в гвардии стоит уже на готове. Блин, машина на гвардии, автобус, во дворах полицейские стоят, блин. Пассивка. Знаешь, что такое пассивка? Не знаешь? Какой-то заммэр. А, заммэр какой-то приехал. Да, что-то люди оживились, блин. Ну да. Вон, Пантелеев пишет, ну вот это же говорят. Ну, народ как на солнышко потянулся. Да. Да. Который рассказывал, что на шарика себе купил. Ага. Теперь это ваша Пантелеев.
Я думаю, что лучше уже до обеда и потом освободиться. Да. Там две стояли с утра. Секунду, передача 100%. Вот сейчас кто продается женщина. На данном этапе сейчас идет либо ассоциация, либо наш будет развивать. Давайте не будем. Блин, там горячо. Есть вот там же, куда время с тобой ездили на велике, только дальше. Да, да. Ну так, да. А, все, понял, да. Домой, да, приду, потому что мне пипец тут жарко на улице. Полоснусь и не дарите мне еще 15-20. Давай. Николай Николаевич, неизвестно, охрана, сидящая, неизвестно, стоянки, которые были подключены, вот задайте ему вопрос, а стоянки, которые сейчас не подключены, нет, а стоянки, которые были ранее, один полтора года, как бы нет. Тур. Итак, back shots.